Мы сейчас находимся на строительной площадке, где наша компания ТО «Основание» возводит три дома. За мной сейчас дом 72-квартирный, рядом вот 126-квартирный дом. И во дворе мы начали еще в этом году еще 72-квартирный дом. Дома в классическом стиле, это кирпичные дома. Чем они отличаются от тех домов, которые мы раньше строили? Вы сами видите, сразу идут остекление фасадов, оно украшает дом. Я считаю, что для жильцов это самые удобные, самые теплые, самые, ну, классический стиль, понятно, что лучше всего. Эти дома мы планируем в этом году сдать. 72 из 126. Сейчас идут внутренние работы, штукатуры закончили практически. Сейчас вот заканчивают кладку, приступаем к крыше, демонтируем свои башенные краны. Вот. Идет отделка. Я думаю, что к концу года мы эти дома, оба дома сдадим в эксплуатацию.